Всем привет! С вами Алиса, и это распаковочка бумажных сюрпризов. И перед началом этого видео не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Ну а в конце этого ролика вас ждет маленький сюрприз, поэтому досматривайте это видео до конца и ни в коем случае не перематывайте. А сейчас я хочу вам представить мою новиночку. Она довольно-таки большая, это 12 пакетиков. Это коллекция косметик. Тут будут 4 тени, 4 помадки и 4 лака. Вот, если тут приглядеться, то я это все печатала. Я не брала фото, печать, картинки из интернета, я ничего этого не брала. Я просто взяла ноутбук и в программе Paint нарисовала всякие вот эти пакетики и наклейки, просто распечатала. Поэтому все это я рисовала сама, только на компьютере. И мы тут будем распаковывать, вот, например, тут лаки будут, и я тут буду распаковывать один пакетик. Вот, например, вот этот давайте возьмем. Дальше помадки, и мы тоже возьмем один пакетик. Вот, например, хочу вот такой вот фиолетовый. И тень тоже возьму какой-нибудь пакетик. Например, вот этот вот с сердечком. Очень прикольный. И да, я уже за кадром подготовила другие коллекции, чтобы особо видео было не такое большое. Но давайте приступать к нашему каталогу. Итак, ребята, я уже открыла нужную коллекцию, и эта коллекция — обои на кнопочные телефончики. Давайте тут найдем этот пакетик, а то я очень много сегодня пакетиков. Даже не знаю, сколько их тут. Куда же спрятался? А, вот он. Так, давайте распакуем. Это у нас под номером 4, но под номером 4 тут уже вот этот желтенький телефончик. Так. И нам попался вот такой вот принт, вот такие вот обои. И я поняла то, что здесь я не проставила время. Везде тут время стоит, а тут нет. Ну ничего страшного. Так, давайте приступим к следующей коллекции. Ну, к примеру, коллекцию тапочки. Давайте закончим вот этот разворот и приклеим наклеечку вот сюда вот. Я выбрала вот такой вот пакетик милый с котиком. Так. О нет, ребятки, смотрите, что я порвала немного наклеечку. Ладно, сейчас я за кадром заламинирую ее. Так, я решила не ламинировать, а заклеить клеем. Но надо было лучше заламинировать. Очень вообще это видно, я вообще не люблю такое. Вот такой вот у нас прикольный тапочек, такой прикольный принт. Я его сделала очень быстро, это на удивление. Я просто использовала приложение «Глаз для художника». И там я беру несколько, можно сказать, картинок и рисую их на моих принтах. Но теперь у этого приложения мало воображения, и там больше рисунки, чем принты. Ладно, давайте приступим к коллекции зажигалки.
Так. И я выбрала вот такой вот красный пакетик. Что же у нас будет в таком ярком пакетике? Нам попался вот такой вот принт с глазками на сердечках. Они смотрят на тебя и говорят: поставь лайк и подпишись на канал. Это у нас на второй страничке. Вот здесь вот. Как-то кривоватенько я приклеила, но ничего страшного. Следующая коллекция – это коллекция дизайн-карт. Кстати, пока я за кадром выбирала пакетики, вот помните, в каждых видео у меня очень плохо открывалась эта открывашка. И в этом видео, и за кадром, я оторвала так хорошо, что мне даже ножницы не пригодились. Так, как ж... А, о, открылось. Так, и нам попался вот такой вот принт со смайликами, эмоджи, которые закрытыми глазками. Тут некоторые смайлики. И посылают тебе воздушный поцелуй. А некоторые с открытыми. И, кстати, я тут опять порвала немного наклейку. Что же мне сегодня так не везет-то? И давайте приклеим вот в это вот окошечко. Так, давайте коллекцию духи для девушек. Так. Кто знает, кто следит за моим каналом, те знают, что эту коллекцию я рисовала на крафтовой бумаге. Ой, никак не могу открыть пакетик. Надеюсь, не порву наклейку в очередной раз. И это у нас под номером, не понимаю, под номером один, скорее всего. Каким-то номером? Под номером один, да. И нам попались вот такие вот духи. Они не очень яркие, потому что нарисованы на крафтовой бумаге. И тот маркер, которым я рисовала цвет духов, слишком стал коричневым. Но ничего страшного. Мне вот этот больше всего нравится, потому что он самый яркий. Так, давайте пойдем назад. И это коллекция каталог. Бесконечная как будто коллекция. И давайте посмотрим, что у нас будет в этом пакетике. Так. О, господи. Это книжка «Гарри Поттер и узник Азкабана». Мне, кстати, больше всего нравится именно эта серия, потому что... Она более специфическая. И я решила сделать такую наклейку
с этой книгой. Правда, это книга синего цвета. Так, давайте приклеим в наш каталог. Посерединке. Отлично. Так, продолжим. И давайте картинки для срисовки. И уже перейдем к нашей новиночке. И нам попался вот такой вот принт яблочко под номером 5. Вот такая вот у нас коллекция получается. И давайте приступим наконец-таки к нашей новиночке. Я ее оформила очень простенько, вот тут вот у нас будут тени, тут помадки, а тут лаки. Кто не следит за моими шорцами, тот не знает об этой коллекции, а кто смотрел сегодняшний шортс, тот знает об этой коллекции. Так, давайте возьмем помадки. И откроем. Это у нас под номером 4 пакетик. Не хочется рвать пакетик, поэтому попробую где-нибудь насечку найти. Ну так себе получилось сохранить пакетик. И нам попалась вот такая вот классическая красная помада. Тут помады будут разных цветов, которые не бывают. Они синие и не зеленые. Ну, может быть, синие помады бывают, но вот уж зеленых. Приклеиваем. Так, давайте откроем тени. Мне очень хочется сохранить этот пакетик. Надеюсь, получится сохранить. Мне прям очень хочется сохранить этот красивый пакетик. Или не получится. Так хорошо вот заклеила клеем. Теперь даже не получается. Давайте немного разрежем ножницами. Попробуем где-нибудь сделать надсечку. И ничего в итоге не получилось. Хорошо, тогда сделаем, ну, как-нибудь вот, так вот, чтобы уже открыть этот пакетик по-нормальному. Так, я вижу там наклеечку. Ура, получилось сохранить пакетик. Наверное. Да что ж такое? Не особо получилось сохранить. И у нас вот такие вот тени. Тут можно сказать румяна, либо пудра. А это сами тени. Вот такая вот красная, бордовая и серая. Эти тени у нас под номером 2. И последнее, что у нас будет, это лаки. Не стоило такие большие пакетики делать, прям супер большие получились. И повезет ли нам в этот раз, потому что тут у нас будет в каком-то одном пакетике будет две наклеечки.
сложно. Вот что называется закрывать пакетики в тот же день, когда снимаешь распаковку. Я еще не успел высохнуть. И нам попался вот такой вот лак с лунами. Ой, у меня уже зарядка на камере кончается. Главное, чтобы мы успели попрощаться. И я вам рассказала сюрприз. И это у нас лак под номером 3. Ребят, я переступила тот момент, когда я хочу вам рассказать сюрприз. Ну, можно сказать, это не сюрприз, а спойлер, потому что новиночка это будет большая. И это будут коллекции патчи. Да. Я вам говорю, потому что, мне кажется, самое главное это принты. А если вы будете знать следующую новиночку, вам, наверное, будет все равно интересно, потому что будут новые принты. По крайней мере, новые. И эту коллекцию мы будем распаковывать по 2 пакетика. Но все подробности вы увидите в следующем видео. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Ну и всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!